Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами на канале «Голос Силиконовой долины» я, Михаил Портнов, не своим голосом голосю подарки, которые нам прислали. И, значит, к этому подарку у нас есть письмо, я вам прочитаю. Здравствуйте, Михаил! Дарю вам в коллекцию новую шапку. Это, оказывается, шапка резиновая. Так, думаю, она поможет преодолеть страх людей, не желающих сниматься в ваших видео, так как эта шапка прикрывает лицо. И люди могут не бояться, что их увидят. С уважением, Эдуард. Вот, я думаю, что мы все Эдуарду скажем спасибо. И если у нас найдется какой-нибудь секретный, как сказать, застенчивый студент или там собеседник, мы ему эту маску, звук хороший, вы слышали, в общем, можно жить. Счастливо.